Это начертано рукой Зевса. О, как вижу, Афродита прониклась к смертным сочувствием. А вот Зевс уж точно нет. Он пишет, что вас уничтожит. Это хорошо. Обычно он уничтожает без предупреждения. Могу тебя поздравить. Очевидно, впереди у нас старые добрые олимпийские разборки. У других богов тоже могут быть письма от Зевса. Попробую отыскать их. Это от Посейдона? Да, Зевс явно в полном бешенстве. Но твоя голова все еще на плечах? Интересно, надо скорее выяснить, как так вышло. Подожди, у меня есть пророчество. Зевс на Олимпе мести желает. Афродита воздела щит на горе. Слова громовержца прочти, что забыты, сокрыты, словно банан в кожуре. О, даже в рифму получилось. Обожаю рифмы. Радуйся, что это послание получил банан, а не изначальный адресат. Тебе стоит знать, что он — это главное звено, на котором держится вся реальность. Делай с этой информацией, что хочешь. Короче, как и ты, Зевс собирает союзников. И теперь он обратил взор на охотницу. Тебе нужно успеть добраться до Артемиды раньше слов Зевса. Она подруга Афродиты, так что может пойти тебе навстречу. Редко охотник договаривается с добычей. Можешь считать это успехом? Зевс — охотник, ты — добыча. Просто поясняю. Каждая победа и каждый бессмертный союзник укрепляют позиции человечества. У тебя еще есть шанс на триумф.